Но пилоты истребителей ПВО Западного военного округа заступили сегодня на боевое дежурство. Самые яркие кадры из Петрозаводска только для зрителей телеканала «Звезда». Мороз для выполнения заданий не помеха. Истребители 4-го поколения Су-27 и перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 всепогодные. Во время этих полетов, помимо боевого дежурства, экипажи отрабатывают различные элементы воздушного боя. Эти и другие кадры полетов истребителей можно увидеть на нашем сайте tvzvezda.ru.